С сегодняшнего дня всем автомобилистам рекомендовано переходить на зимние шины. И хоть реального штрафа за несоблюдение рекомендации нет, специалисты советуют ее выполнить ради собственной же безопасности. Сознательные водители сменили летнюю резину на зимнюю, не дожидаясь 1 декабря, а с первым понижением температуры. Сегодня же шиномонтажки города переполнены. Автомобилисты готовят железных коней к зиме. Это вопрос не столько технического регламента, сколько безопасности. Летняя резина не предназначена для минусовых температур. Сцепление шин со снегом будет слабым, что повысит риск заносов. Ну, я считаю, что переход на зимнюю резину очень важен, потому что зимы у нас разные. Бывают теплые, бывают холодные. Я считаю, что это для нашей безопасности, безопасности также наших детей. Я считаю, что лучше не пожалеть какую-то копейку и переобуться на зимнюю резину. Это здоровье что нас, что нашей семьи. Весь процесс занимает порядка 20 минут. При установке шипованной резины необходимо наклеить специальный знак на заднее стекло. В противном случае придется заплатить штраф. В техническом регламенте определен срок, в течение которого следует использовать зимние шины. Это 3 зимних месяца. А еще менять необходимо все колеса, а не только переднюю или заднюю ось, как считают некоторые водители. А вот какой именно тип шин подобрать, лучше спросить у специалиста. В каждом регионе свои особенности. В нашем регионе, соответственно, лучше использовать не шипованные шины, так как зима преимущественно плюсовая. На зимние шины нужно переходить вне зависимости от того, есть ли на улице снег или его нет, так как состав зимних шин отличается от летних. В них добавлены элементы, сохраняющие эластичность шины при температуре от плюс 10 до минус 45 градусов. Зимние шины – это безопасность ваших и других участников движения. Существует требование к остаточной глубине протектора на зимних шинах, которые должен придерживаться водитель. Если глубина рисунка на зимних покрышках менее 4 мм, то водителю придется платить штраф 500 рублей. Отдел ГИБДД напоминает, перед зимой позаботиться нужно не только о смене шин, но и проверить техническое состояние машины в целом. Мы в очередной раз обращаемся к автомобилистам с просьбой подготовить машины к зимним условиям дороги, сменить летнюю резину на зимнюю, обратить внимание на техническое состояние своего автомобиля, то есть исправность электропроводки, световых приборов, заряд аккумулятора. Следует быть крайне внимательными и аккуратными при управлении транспортным средством в случае падения осадков. Неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП. Специалисты советуют не экономить на подготовке автомобиля к зимнему сезону, а лучше позаботиться об этом как можно раньше, чтобы зима не застала на дороге врасплох. И важно помнить, что в зоне ответственности каждого водителя не только собственная безопасность, но и других участников дорожного движения. Руслан Душевский, Анапа регион.